Саратовская область снова стала лидером Приволжского федерального округа. Правда, на этот раз рейтинг сомнительный. По итогам первого полугодия в регионе зафиксирован самый большой объем нарушений в финансово-бюджетной сфере. Об этом сообщает официальный сайт Росфиннадзора по Нижегородской области. За 6 месяцев специалисты провели в Саратовской области почти 50 ревизий. Общая сумма проверенных средств составила свыше 13 миллиардов рублей. В итоге нарушения пришлись на 2,5 миллиарда. В основном выявили неправомерное и неэффективное использование денежных средств. По итогам проверок регионов правоохранительные органы передали 26 материалов.